Меня зовут Евгений. Наша прямая трансляция прямо с этого места, с газетного переулка, начинается. Сегодня мы говорим о том, что мужчина и женщина встречаются. Мне недавно, точнее как недавно, полчаса назад позвонила моя знакомая, говорит, что один мужчина так влюбился в нее, что просто крышу срывает. Она чувствует себя рабыней любви его. Она не знает, что делать с этим, потому что он ждет от нее такой же реакции. Она не хочет эту реакцию давать, потому что она не так воспринимает эти отношения. Она нормально их воспринимает, но не так. Вот когда в наших отношениях мужчин и женщин, юношей и девушек, возникают неразделенные какие-то чувства, ожидания, знаете, это чем-то похоже на эту погоду. Видите, лужи, да, грязь бежит. Что это такое? С одной стороны, это негатив, который мы сливаем или сливают на нас люди. Это влияет на наши отношения. С другой стороны, вот рядом с этим негативом, посмотрите, есть что-то светлое, белое такое, нормальное. Но это белое нормальное, оно тоже однажды растает и превратится тоже вот в это, в темное. Во что-то негативное. То есть все позитивное может стать негативным. Вот. В отношениях точно так же. Есть любовь, потом ненависть может буквально через некоторое время на месте любви оказаться или преобразоваться. Поэтому в отношениях всегда важно понимать, что и вот этот вот негатив, да, вот эти вот лужи, грязь, с одной стороны это плохо, с другой стороны все это в сточные канавы, потом в реку, потом это впитывается землей, и вы знаете, происходит очищение. Так или иначе, природа так работает, что она очищает от грязных примесей грунтовые воды, и в конечном итоге негатив превращается в позитив. Но этот позитив где можно найти? Не знаю, может быть, где-то на другом конце света эти грунтовые воды, куда они там уносят, да? Проходят через какие-то породы, где есть минералы. Поэтому то, что является негативным в ваших отношениях, однажды опять может стать позитивным. Весь вопрос в том, чтобы вы знали это, эти законы. В нашем мире, в принципе, все развивается по законам. И вот эти законы, поверьте, они всегда работают. И если вы научитесь их понимать, применять в своих отношениях, все, считайте, что вы будете управлять вашими состояниями, вашими эмоциями и чувствами страсти, влюбленности. Вы будете создавать эти состояния. Желаю вам в этом преуспеть. С вами был Евгений. Встретимся скоро. Пока.